Я предлагаю начинать задавать вопрос. Наконец. Я не знаю, из-за чего все это происходит. Да? Я хочу услышать ваше мнение. Скажите, что честно, либо не просто. Минуточку. Я вот голосовал, и он хочет знать. Я отвечу на ваш вопрос. Власти. Я отвечу на это. Вы забыли вопрос? Или еще один раз? Нет. Честно, что вы говорите? Или вы просто все равно? Ничего, что мое мнение, то, что наша задача милиции обеспечивать на президентских выборах, это охрана избирательных участков. Это первое. Охрана территориальной комиссии. Кстати, возникла очень серьезная проблема. По Гродно отдельной территориальной комиссии были заблокированы людьми. И комиссии не могли... Дорогие товарищи, я проголосовал за президента Лукашенко. Я лично проголосовал. Какое мнение вы от меня еще хотите услышать? Кто проголосовал за Лукашенко? Поднимите руку. Кто проголосовал за Тихановскую? Я сейчас объясню, почему это происходит. Забрали голоса! Дайте мне тот теперь сказать на эту тему. Я хочу сказать, то, что каждый голосовал по-своему, и за кого голосовал, он отдавал свой голос, да? А теперь, когда произошла это... Нет, я хочу сказать то, что произошло применение силы. И я сейчас хочу сказать, что все теперь поменяли свое мнение. Все меняют мнение теперь.